дорогие мои подписчики, Лола ТВ опять с вами, и сегодня у меня совсем, видите, в другом плане, в другом атмосфере видеоролик, и хочу я вам показать, чем мы занимаемся, когда весь в мире творится ужас, весь мир сейчас болеет с этим ужасным коронавирусом. Здесь, в Стамбуле, сейчас ситуация очень тяжелая. Мы все закрылись дома, и кто вот тоже закрылся дома, я думаю, всем скучно. Все думают, когда же это все закончится, никто не работает, и всякие плохие информации, новости разные. А мы хотели сделать себе давно в квартире ремонт, и с этой ситуации мы начали выйти как разумно, и вот это вот ремонт, который мы давно хотели сделать себе в комнате, в зале, мы в эти дни начали. Ну, туалетную бумагу у нас есть, не волнуйтесь, подарки уже есть у нас. Чтобы не поддаваться панике, мы начали делать в нашей квартире ремонт. Так как нас не устраивали старые обои, мы начали делать новые. Мы сделали слой своими руками, потолок. Вот. Мы будем вам потихонечку снимать, показывать, что как продвижение идет. А вы будете за нами наблюдать. Вот, может быть, кому-то интересно, когда время карантин, девчонки с чем занимаются. Вот, мы нашли для себя занятия, развлечения. Дорогие подписчики, так как Лола говорит, что она, да, она главная этого канала, но в ремонте главная я дизайнер. Как могу сказать? Лола у нас прораб. А я? А она у нас повар. Но зато я им вчера такой вкусный плов сделала, они руками кушали. Правда. А я сегодня блинчики испекла. Да, и мы приступаем к его съедению. Всем приятного аппетита. Пока, наблюдайте, не отключайтесь. Jamendo.com. Smile, you were a wonderful gift.
which way to run. I was waiting for a ray of light yet to come, and then you came into my life like a rainbow of hope. You shined in my sky. Thank you.